Мужчина, это ваша машина? Да, что? Ну, отгоните ее. Зачем? Ну, она мне мешает вот с собачкой гулять. Да? Да. Уходи! Ты что, больной, что ли? Нет, я такой же, как и вы. Че? Ой, ну опять со своим цветком и возится целыми днями, а? Да что ты мне нервы-то все делаешь и делаешь? Я уже из-за твоих руганий перехудел его на 10 килограмм. Ну когда это закончится-то уже, а? Слушай, не нравится, уходи. И уйду. Только мне еще пятнашку осталось скинуть. И уйду сразу же. Пятнашку. Значит, еще долго не уйдешь. Мучайся. Жертва. Ген, давай вставай. А? Че, а-то, говорю, вставай, опаздываем. Спать хочу. Давай, говорю, вставай. Что ты меня дергаешь, а? Если ты сейчас не встанешь, я тебе куплю вот такой будильник. Вот будешь вот так просыпаться. На, смотри. Ой. Фу, Ген. Чё? Чё это так ноги воняют? Да ничего не воняет. Видишь, он барсик нюхает и вообще довольный. Оксаночка. Что? А ты когда-нибудь фантазировала обо мне? Конечно, Геночка. И что я делаю в твоих фантазиях? Ой, ты наконец-то починил кран, который у нас год капает. Полочку прибил, которую уже много лет прошу прибить. А один раз ты меня даже возил на Мальдивы. Представляешь? Представляю, здорово-то как.